информация оперативная, зарегистрирована в ПУСТ номер 292 о том, что в данных гаражах, в этом, ну, возможно, в других гаражах ряд свободных биоресурсов. Вот сейчас исследователь, других участников, делаем осмотр данного гаража. Запрещенные вещества в любом месте, в любом обороте. Давайте гараж. Да, да, да. Если у вас лево, мы здесь не найдем. Обнаружено. Это не мое. В ходе осмотра гаража, который принадлежит, было обнаружено. Были обнаружены баночки с крупинками черного цвета, объемом 0,5 литра каждая, ну, это 500 миллилитров. По количеству еще не почитали. Данная продукция изымается у нас. Была изъята из холодильной камеры, которая расположена в углу. Она была на замке, но, однако, ключ был подобран здесь в ходе осмотра.